Приветствую вас. Данный видеоролик будет посвящен сервису Cluster Profile Professional. Вашему вниманию сейчас представлен данный график с инструментов Dow Jones Eurostox 50, которые торгуются на Eurex. Давайте перейдем к верхней панели управления, рассмотрим основные функции, которые в нее вынесены. Первое – это Scale Setup. Кликнув один раз левой кнопкой на Scale Setup, мы открываем меню. Здесь мы можем настраивать две шкалы – левую и правую, которая сейчас отключена. Давайте, допустим, в левой у меня выбран параметр Volume, объем. Справа мы выберем дельту. Нажмем Apply, и мы видим, что в правой части графика за ценовой шкалой появилась шкала с дельтой. То есть гистограмма, показывающая дельту. Какие здесь есть настройки? Помимо всех стандартных, объем, дельта, дельта в процентах, bid-ask, также есть last volume. Что такое last volume? Когда мы ее выбираем, мы видим, что активируется вот это вот окошко с цифрами. То есть мы можем задавать и смотреть объем за последние 15, 10, там, 5 минут от текущего времени. То есть мы, допустим, выбираем 15 минут, нажимаем apply и видим параметры, гистограмму объема за последние 15 минут. То есть вот сейчас у нас 10.05, время биржи, на которой торгуется инструмент. И 15 минут в прошлое мы можем просматривать данные по объему в виде гистограммы в правой шкале. Также вы видите, что Scale Setup можно выбрать из контекстного меню, которое вызывается правой кнопкой. Нажимаем NA, и она пропадает. Дальше. Кнопка View DOM. Это просмотр стакана. Вот мы видим, мы его отключили, подключили стакан. Cut Breaks. Данная функция вырезает на графике те места, где не было торгов. То есть, если торговая сессия на том или ином инструменте имеет перерыв, там в час, на нескольких инструментах, вернее, на некоторых биржах и некоторых инструментах перерывы могут составлять всю ночь. Если данная функция включена, то, смотрите, вот будут вырезаться на графике. Вот так мы видим здесь огромный разрыв, нажимаем Cut Breaks, и эти разрывы все графика будут вырезаны для большей удобности его восприятия. Далее функция Time Interval. Она предназначена для того, чтобы просматривать, когда она включена, можно просмотреть из сессии любые вырезанные, вернее, сессии, а из суток вы можете вырезать любое необходимое вам количество часов. Допустим, вот с 8 до 10 из каждого выбранного вами дня. Вот мы открываем график, и мы видим, что за каждую сессию у нас доступны только данные за 2 часа. Это очень удобно для тех, кто проводит исследования, смотрит поведение в разное время сессии рынка. Если мы устанавливаем 23:59, то, естественно, будут отражаться все сутки. Либо мы можем отключить данную функцию Time Interval, и данные будут отражаться с 25:00 часов по 5:23:59. Если изменить, то это время будет при отключенном Time Interval влиять на первую и последнюю дату. По умолчанию данная функция включена. Далее, Merge Contract. Если вы торгуете инструменты на фьючерсных рынках, то данная функция может быть актуальна, особенно в те дни, когда происходит смена контракта. То есть при смене контракта и включенной данной функции будут отображаться те контракты, которые активно торговались в тот или иной день. То есть во время смены контракта эта функция, желательно ее включать, либо при просмотре нескольких контрактов одновременно. Идем далее. Тикер. Это выбор тикера. Здесь хранятся уже ранее вводимые вами тикеры. Если вы знаете тикер инструмента, вы можете его вводить. Тикер вводится только основные буквы тикера. Месяц не добавляется. Месяц контракта выбирается отдельно вот в этом окошке. Дата. Это период отображения дат. Вот, допустим, выбираем все. Там пятницу и понедельник, и мы видим данные только за пятницу и понедельник. И, естественно, насколько нужно, настолько вы можете расширять. По разным таймфреймам есть ограничения, там от нескольких недель до 3 лет в случае с недельными контрактами. Но, допустим, на часовых графиках вы сможете просмотреть максимум 3 месяца. Далее, параметр Price Scale. Параметр Price Scale, ввести любую другую
ценовую шкалу. То есть сейчас вот я сделал шаг 2, да, по ценовой шкале. Тем самым вы сжимаете график. Это актуально для волатильных инструментов, где движения на графике очень большие, и вы тем самым можете, увеличив шаг шкалы, достаточно сжать график, чтобы более комфортно анализировать рыночную ситуацию. Следуем далее. Таймфрейм, ну, временной интервал, да, это временной интервал конкретно графика. Он доступен от 5 секунд до недели, и есть режим кастом, что он из себя представляет, то есть по выбору, да, в минутах. Вы можете самостоятельно, да, нестандартный задать режим, там вот 7 минут, допустим. Вот сейчас каждый кластер у меня отражает ситуацию на рынке и накопление объема, либо того параметра, который вы выберете, до этого мы сейчас дойдем, за 7 минут. Также можно добавлять дополнительный таймфрейм, сжать, вот он, за неделю таймфрейм. Сейчас мы перейдем на более стандартные временные интервалы, и здесь можно будет добавить другой параметр. Вот смотрите, час. То есть вы видите 15-минутные графики, плюс дополнительно суммарно вы видите гистограмму с объемом за час. Либо там можно выбрать за 2 часа, 6, день и так далее. Да, вот текущий профиль текущего дня. Так, про контракты, время мы указали. Теперь самое интересное и часто используемое — это типы графиков. Сейчас у нас по умолчанию мы видим стандартный кластерный график в виде профиля, вот, с гистограммой и цифровым выражением. Мы можем добавить, помимо объема, выбрать отображение данных по дельте в процентном выражении, просто бит, просто ask, количество трейдов. То есть смотрите, сейчас мы видим, сколько трейдов прошло по каждой цен в данном кластере. Max tick volume. А здесь мы видим объем, максимальный объем тика по каждой цен. То есть какое-то количество, вот мы смотрели, да, было количество трейдов. Теперь мы можем посмотреть также количество тика. Вот, допустим, мы видим, вот здесь был 91 тик, то есть цена здесь была 91 раз в течение 15 минут у нас. И если вернуться к Max Tick Volume, то цена, объем максимального тика здесь был 1503 контракта. Смотрите, выбираем теперь вид графика в правом окошке Volume. И мы видим, что у нас график, так сказать, апдейтнулся, да, то есть мы видим возможность просмотра как объема, так и в данном случае у нас слева выбран максимального объема тика, либо дельты, либо bid-ask вы можете выбрать, да, и так далее. То есть график стал более информативным, и одновременно вы можете просматривать большее количество информации. Следуем далее. Нижняя вертикальная гистограмма. Вот мы видим снизу, да, выбран объем. То есть сейчас мы видим суммарный объем по каждому из кластеров. Также мы можем выбирать дельту в процентах суммарную, суммарное значение по бидам, по аскам, кумулятивная дельта строится за весь выбранный на данный момент период. Вот мы видим, она может меняться, она может быть как отрицательной, так и положительной. Дневная кумулятивная дельта строится за каждый день, то есть как каждая новая торговая сессия, каждые новые сутки данные по кумулятивной дельте обновляются и отображаются непосредственно за один день, то есть в течение дня. И также мы можем просматривать количество трейдов, да, вот за каждый, по каждому кластеру. Также есть возможность добавления второго параметра, объем, дельта, все так же, как и в левой части, за исключением кумулятивных дельт. Вот мы выбираем кумулятивную дельту здесь и можем к ней добавить объем, дельту, дельту в процентах, битаски и количество трейдов. Переходим дальше. Контекстное меню. Оно во всех окнах у нас вызывается правой кнопкой мыши. Здесь доступны все ключевые настройки по данному графику. Также они дублируются в верхней панели, вот в сетапе. Window – это переключение между разными окнами. Ну и кнопка Apply, естественно, применяет выбранные вами параметры. Итак, контекстное меню. С чего хотелось бы начать? С Options.
В опциях мы можем настраивать полностью вид графика, подключать, отключать те или иные параметры и так далее. Давайте быстро пройдемся по всем основным настройкам в Options. Значит, Profile Mode – это режим переключения между отображением в виде профиля и цифровым отображением на графике. Вот сейчас у нас включен Profile Mode, выключаем, нажимаем Apply, и мы видим, что график отображается только в цифровом виде. Возвращаемся к Options, активируем обратно, и мы видим, что появляется профиль в виде гистограммы. Левый, правый кластер. Также можно отключать отображение только в левом кластере в виде гистограммы. В правом оставлять можно отключать и там, либо менять, как вам удобно. Кластер фрейм. Это рамка кластера. Кому, если вдруг удобно такое отображение, также может им пользоваться. View value text. Просматривать, видеть цифровое отображение данных, либо видеть только гистограмму. То есть, если кого-то циферки напрягают, то можно настроить себе все фильтра и отключить цифры. UX Separator. Если мы отключим Profile Mode, то мы видим, да, у нас два столбика цифр, справа и слева. Настройка вот этого UX Separator позволяет добавить крестик между цифровым отображением данных. Кому удобно, также могут для себя использовать эту настройку. Далее. T-Volume Histogram. То есть нижняя гистограмма объема. Мы ее можем отключить принудительно в опциях, ее не будет видно. И, естественно, мы можем вот здесь вот поставить два прочерка в настройках, и ее тоже не будет видно. Поэтому, в принципе, ну, данной настройкой пользователи пользуются крайне редко, потому что все настраивается, она настраивается из панели управления. То есть вот включили, вот выключили. Выбор шрифта, объема, кластер size, размер кластера включается, то есть количество пипсов в кластере. Здесь вот сейчас 9, здесь от high до low 15, здесь 21, соседний тоже 21, и тут тоже 21 и так далее. TPO size — это размер TPO устанавливается, вот вы видите, он появляется в виде вот таких вот пунктирных линий. На размер также вы видели, можно установить в процентах. Если вы ставите 0, то TPO не отображается. Bar side — сторона бара на нижней гистограмме. Линия контракта. Смотрите, если у вас включена линия контракта и вы выбираете, допустим, дневной график за несколько контрактов, то данная функция позволит вам видеть на графике, где заканчивался и начинался тот или иной контракт. Опять-таки, это применительно к, естественно, фьючерсным инструментам. Вот вы видите, да, сентябрьский контракт, где он начался. Возвращаемся. Так, TimeFrame 2 Transparency в процентах. То есть я вам уже показывал, вот у меня по умолчанию стояло 60%, я перейду на 80% и подключу снова часовой таймфрейм. То есть вы видите, что он еще более тускло стал отображаться. Если мы сделаем прозрачность 40%, то он будет более ярко отображаться. Тоже для себя решаете, как вам комфорт. Ну и остальное — это настройки отображения текущей цены и так далее. Настройки, все, что касается текущей цены, объема. Flow B-Dask — это подключение более расширенного стакана. По нему есть более детальное описание. Возвращаем все в прежний вид. Так, следуем далее. Теперь давайте коротко пройдемся по всему контекстному меню. Вызываю его правой кнопкой мыши. Apply — это применение выбранных вами параметров. Также мы видим, что есть горячая клавиша для этого, Ctrl-Enter. Hide Control Panel — прячет верхнюю панель, что позволяет вам сжимать сильнее график при необходимости. Delta Limit — здесь, смотрите, этот лимит применяется к вот этому виду графика. То есть Type, если здесь выбран Delta, то здесь будет Delta Limit стоять. Вы можете там поменять цвет, установить какое-то значение, там, допустим, 2000 для дельты, там 1500, нажать Apply, и мы видим, что вот слева подкрашивается гистограмма дельты. Если мы выберем здесь другой параметр, допустим, Trades, да, мы видим, что лимит уже предлагается установить для данного параметра, для количества трейдов. Также там, условно говоря, 300 трейдов, и вот здесь сразу же подкрасились циферки.
Volume limit. Также это для правого параметра. То есть вот здесь, если мы тоже сменим, мы видим, раз, меняется дельта лимит. Выбираем volume, появляется volume limit. Здесь устанавливается лимит по объему. Scale setup мы уже рассматривали. Фильтр для установки лимитов по объему для правой боковой шкалы. Выбираем цвет. Берем там, допустим, 150 тысяч и, допустим, 120. Применяем, мы видим, что соответствующие столбики в гистограммах покрасились выбранные цвета согласно фильтру выбранному. Также для нижней гистограммы apply, мы видим, вот нижние столбики покрасились заданные цвета. Отмена фильтрации, просто ставим 0. Также таймфрейм 2, да, для второго таймфрейма, то есть вот у нас он выбран час. Мы можем выбрать там суммарный какой. Ну, вот мы видим, применился фильтр. Что такое volume range? Смотрите, volume range, вот мы видим, что его можно задавать для разных параметров. Для объема, для трейдов, для бидаска, дельты и дельты в процентах. Что он собой представляет? Мы задаем пропорции, между которыми будут строиться все остальные гистограммы. Вот вы видите, у меня сейчас волюм задан 3 и 10 тысяч. То есть все объемы, которые более 10 тысяч, они в гистограмме отображаются практически одинаково. Если ставить 0, то пропорции устанавливает сама платформа от меньшего к большему. Вот смотрите, я поставил, видите, и сильно все сократились. Соответственно, где-то в 15-минутном кластере есть достаточно крупные объемы, там тысяч под 50, на фоне которых 20 тысяч у нас практически не видно. Но если вы считаете, что вам важно видеть, там, допустим, вот как у меня было 3, да, я увеличу там до 15 тысяч, раньше установили, вот сразу видите, 10 тысяч было совсем рядом с 20, теперь когда от 15 до 3 до 15, то пропорции поменялись. Это применимо к, еще раз повторюсь, ко всем параметрам, которые вы будете выбирать. То есть, если вы для трейдов установите 100 и 500, видите, сразу же параметры изменились. Следуем далее. Bidask type. Два типа построения бидасков по направлению тика и по агрессору. По направлению тика строится механически, то есть в зависимости от того, где был предыдущий тик, таким образом идет разделение на бид-аск. По агрессору данные приходят с биржи, конкретно там указывается у каждого трейда агрессор, какой был по биду или по аск. VWAP, построение индикатора VWAP, включаете, настраиваете его и пользуетесь по своему усмотрению. DOM-фильтр, фильтрация стакана, тоже настраиваете по своему усмотрению и пользуетесь. Гриды. Это настройка разделения временной шкалы. Вот вы видите, у меня включен только один time scale, 30 минут. Подключим еще 60. И вот вы видите, да, что сплошным цветом 30-минутные периоды разделены. В них 2 15-минутных кластера влазят. И по часам вот пунктир белый. Options мы с вами разобрали. Color settings. Это цветовые настройки всех ключевых параметров в данном модули. Левый и правый кластер выбираем, левый и правый профайл, красть, цвет шрифта и так далее. То есть, в принципе, это стандартные цветовые настройки. Видео есть отдельно, как ими пользоваться. Символ lookup, поиск символов, допустим, по описанию вам нужен, допустим, S&P. Вводите описание и платформа сама показывает все доступные инструменты, где упоминается S&P. Да, вы можете себе выбрать и необходимую биржу, узнать ее символ, ввести его вручную, либо двойным кликом применить к текущему графику. Управление линиями. То есть, если вы поставили линии, можете их скопировать, вставить, когда они скопированы из другого графика, удалить все линии по ценовому, на ценовой шкале и на временной. Управление десктопом, stay on top, этот график всегда будет поверх других. Загрузить снапшот, сохранить снапшот, собственно говоря, и его удаление. Благодарим вас за внимание, надеемся, что данное видео будет полезно. Смотрите другие видео по настройкам и использованию нашей платформы. Всего доброго, профитов и удачи!